Друзья, всем здорово, это канал Nick USA. Прибыл на новый заказ, приехал с Астом Грайндером, но заказ по установке бассейна, не по пням. Вот почему привез там грайндер, потому что здесь есть штук 7 или 8 пней, некоторые из них я уже вытащил, вот, и хочу их перемолоть в щепку для того, чтобы не вывозить пни, потому что пни отдельно компания, с которой я работаю, не берут. Вот эти надо будет сейчас убрать. Тот пень попробуем переграйндать. Вот и вчера начал уже копать яму. Честно говоря, не рассчитывал рыть ее. Но так получилось, что пол ямки шуранул. Так как сегодня большой будет день, нужно долго будет работать с пнями. Потом щебень сюда завозить, разравнивать. Вот, решил все-таки покопать. Вся моя техника уже здесь. Сейчас загоняем там грайндер. Перемалываем пенечки. Вот и по мере поступления материала, щебня, будем отсыпать и готовить яму. Ну что, народ, перемолол пень. Вот там был один пень, тут чуть-чуть. Короче, только что земельки подсыпал. Вот грайндерочек выручил капитально. Из вот той кучи, что вы видели, осталась вот эта маленькая кучка. Я ее постепенно, один за одним, когда буду землю грузить, подгружу все. Вот, ну а сейчас плотненько занимаемся ямой. Сейчас завозим щебень, заскладирую его вот здесь вот. И буду сколько мне надо подсыпать. Ну что, друзья, спецоперация по устранению грунта проведена успешно. Вот яма готова. Завтра ждем поставку бассейна. Заказчик угостил напиточком. Это хорошо, потому что у меня вода закончилась. Вот, так что завтра бассейн приезжает. Яма готова. Короче, хорошо, что я вчера начал копать, потому что пни с пнями я где-то в 2 закончил. И вот сейчас 7:30 я только дорыл. Фух, было тяжело, но хорошо, что справился. Бассейн длинный, соответственно, он дороже. Вот, поэтому все будет хорошо. Погнали домой отдыхать. Второй день, яма готова, и проблема сейчас в том, что кран не может этот бассейн поставить. Для этого договорились с соседом, чтобы на его участок заехать. Вот этот в бейсболке с желтым пятном, это сосед, на его участок сейчас будем заезжать. А вот эта женщина и в синей футболке с бутылочкой мужик, это заказчик. План такой, чтобы поставить кран. А территория этого дома, получается, вот идет по вот этой черной линии до дерева. Все вот это, то, что траву вы видите, это все соседское. Поэтому сейчас договариваются с соседями, чтобы поставить.
что у тебя все хорошо? Да, все хорошо. Ну, это хорошо. Ник, ты не переживай, говори, что это на камеру. Если ты что-то скажешь не так, я могу вырезать. Хорошо, спасибо. Where is two more? Ну что, друзья, мы продолжаем работы на этом большом бассейне. Я уже кое-какие вещи пропаял. Сегодня у нас заказан трак. Будем вывозить землю, мусор весь, все вот эти вот стружки, бетон. Вот так вот сейчас обстоят дела. Коммуникации уже уложены. Так что, в принципе, прогресс есть. Сейчас подъезжает трак и грузим его. Ну что, народ, загрузил трак, полный. Вот последний ковш даже уже не высыпается. Вот такой сегодня прогресс. Вывезли земельку, подготовил все к инспекции. Вот. Также залил там плиту под оборудование. Все, проходим инспекцию, приезжаем, льем бетон, и этот проектик будет закончен. Вот, много чего не поснимал, потому что работаю сам, просто физически нет времени даже. Кстати, я вам не показывал, как мы переделали прицеп, когда его только купил. Вот эта штука была деревянная, но мы такой вот металл сюда наварили. Достаточно неплохо получилось. Ладно, все, грузим сейчас бобкеты, все, домой уже. Ну что, друзья, вернулся на этот объект, прошли инспекции. Сегодня займемся оборудованием. Бетон я уже залил. Вот, шел дождь, поэтому не снимал. Перемаслал 1,5 поддона и еще с той пачки треть, наверное, поддона. Почти 2 поддона полных. Вот, подвез уже нагреватель. Установим его здесь. Фильтр, помпа. И здесь у нас на этом бассейне, если вы заметили, есть main drain называется.
короче, точка, которая со дна будет засасывать, помимо скиммера. Вот, поскольку бассейн здоровый, вот, нужна дополнительная точка засоса. Вот, так что вот такие обновочки. Сейчас быстренько ставим нагреватель. И на этом мы здесь заканчиваем. Уже, смотрите, подвезли пальмы, посадят. Вот, уже плитка есть. Так что Ник быстро закончит этот проект. И мы с вами как-нибудь подскочим и глянем финальный результат. Еще, может, Ник нам что-то подснимет. А пока что погнали бомбить оборудование. Уже 8 часов вечера. Проект завершен, что касается моей части. Что, сегодня день, когда мы начинаем ложить тротуарную плитку. Очень много тротуарной плитки будет на этом проекте. А если быть точным, то это 26 поддонов с плиткой. Также нужно будет построить подпорочную стену вдоль забора. Будем проводить провода для подсветки двора. Пока вы смотрите, как укладывают тротуарную плитку, давайте я вам немножко расскажу об этой бригаде. Вот этот парень, который сейчас кладет окантовку, это хозяин большой компании по укладке плитки. У него несколько бригад, сами они из Бразилии, говорят на португальском языке. Этого парня зовут Эдди. Несмотря на то, что у него миллионные обороты в год по укладке плитки, вот он сам все равно трудится, кладет ее. Парень очень классный. Он уже лет 15-20 живет в Америке, приехал сюда еще подростком. Сразу после школы он занялся бизнесом по укладке плитки. И бизнес пошел достаточно неплохо. Буквально быстро он стал очень состоятельным человеком, но, к сожалению, потерпел неудачу в браке, потому что его первая жена, американка, решила отсудить у него все, что у него было. На данный момент он женат на девушке из Бразилии, ее зовут Сара, у них, по-моему, если я не ошибаюсь, 5 детей. Их бизнес очень востребован. У них несколько бригад. Очень много бразильцев, которые приезжают в Америку, в город Джексонвилл, устраиваются к нему работать. Не знаю, зачем я вам это рассказал. Может быть, кому-то это интересно. Но хочу сказать, что у нас получилась очень неплохая команда. Ник продает бассейны, я их ставлю. А Эдди со своими ребятами укладывают плитку. И этот конвейер работает без остановок. Сегодня мы подключаем электрику, с нами работает Джон, электрик. Здесь у нас установлен Wi-Fi контроллер. Заказчик может управлять своим бассейном прямо с телефона. Можно управлять также светом во дворе. Также дополнительно мы установили сюда розетку, потому что вдоль всей этой длинной стены не было ни одной розетки. Ему это очень понравилось. Нагреватель тоже уже подключен, и я надеюсь, что к концу дня мы уже будем иметь воду в бассейне. Да, смотрится все очень красиво. Скоро будет еще лучше. Плитку почти закончили, бассейн тоже уже почистили. Сейчас устанавливают забор.
Ну что, проект практически закончен. Уже даже расставили уличную мебель, посадили некоторые растения. Нам осталось всего лишь закончить с подсветкой двора. Забор почти закончен, но мы ожидаем, чтобы срезали вот это вот дерево. Оно мешает закончить нам забор. Джон опять сегодня вернулся. Привет, привет, ребята. Я сегодня устанавливаю встроенные светильники в тротуарную плитку. Эти лампы встроены прям в тротуарную плитку. А провод протянули в гранатсеве. Также у нас будут здесь лампочки на заборе. И провода для них я буду проводить с задней стороны забора. И они будут чередоваться. Лампочка в тротуарной плитке, потом идет лампочка на заборе. И так до конца, и на обоих сторонах. Я думаю, это будет смотреться очень красиво. А вот, кстати, подсветка для беседки. Это просто очень классные светильники. И они очень круто смотрятся. Да, здесь встроенные лампы сверху и снизу. Я думаю, давай вот здесь вот ее поставим. Да, мне нравится. Прям по центру этой стойки. Одну здесь, одну там, и на той стороне также точно. Да, все четыре столба должны быть с такими лампами. Мы уже высадили некоторые растения, очень красивые пальмы. Этот двор превратился в очень красивое место. Смотрится потрясающе. Несколько мест для растений. И в скором будущем мы установим крепление для большого телевизора. Вот прям здесь. Оставайтесь на линии, мы почти закончили. Как вам? Это просто бомба. Просто бомба. Супер. Ну все, вот это уже финальный день. Мы установили всю подсветку. Растения здесь, беседка вот здесь. Все закончено. Бассейн смотрится изумительно. Сегодня подъедут ребята, которые немножко его еще уберут со специальным пылесосом. Мы закончили. Это был просто отличный проект. Нам он очень нравится, и мы надеемся, что вам он тоже понравился. Пожалуйста, подпишитесь и поставьте лайк. Спасибо большое. Ну что, друзья, вот такой видосик получился. Спасибо всем, кто досмотрел до самого конца. Спасибо за то, что смотрите, комментируете. Кстати, буквально на этой неделе пришла кнопочка. Сейчас покажу. Вот такая кнопочка пожаловала. Так что всем спасибо. Также хочу поблагодарить всех тех, кто помогал мне оказывать финансовую помощь моим друзьям, которые сейчас помогают людям, пострадавшим от военных действий. Одни из моих друзей были в Херсоне, помогали там, и на сегодняшний день они говорят, что нужно очень много строительных материалов для того, чтобы восстанавливать подтопленные дома, потому что люди готовы возвращаться. В общем, я включу для вас несколько кадров, ну а на этом мы с вами будем прощаться. Еще раз спасибо за ваши просмотры, за ваши лайки, за ваши комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока!